Так, ну что, пришло время попробовать по-настоящему серьезное препятствие. Это, собственно, то место, где я застрял, но теперь я буду проезжать его не поперек, а вдоль попробую проехать и пересечь полностью весь вот этот овраг. Вот. Постараюсь сохранять инерцию, опять же, не останавливаться, потому что если я остановлюсь, то я 100% закопаюсь. Надо все с одного рывка делать, набрать скорость, сохранять динамику и ползти, ползти, пока не выползу вон туда. Постараюсь выползти вот туда направо, где уже более-менее ровная дорога. Так, пес там прикайфовал тем временем. Давайте попробуем. Давайте подумаем, что можно сделать. Да, сука, блядь, надо было померить. Ну кто знал, что там так глубоко это пиздец. Вроде на первый взгляд нормально все было. Нет, блядь, там пиздец за глубина. Я сразу сел на дно. И теперь назад не могу выехать вот с этой глубины. Так, а почему я не могу выехать? Ну, сзади где-то цепляет. Варианта. Либо надо что-то подложить, какие-нибудь ветки под задние колеса, появится зацеп какой-то, и можно будет как-то выехать. Либо можно попробовать размотать лебедку и вон до туда попробовать достать лебедкой до этих деревьев и уже вытащить себя при помощи лебедки. Вот. Ну, первый вариант попроще, давайте пока его попробуем. Что я пробую раскачаться, что-то ни хрена. Потому что задние колеса не могут вытащиться сами. Передними я уже хорошо засел. Так.
Чё пёс делать нам, бля? Так. А если лебедка туда не дотянется? Давай пробуем. Там хватает! О, хуйтеро! Да, еще чуть-чуть, сука, давай, давай. Все! Тогда, наверное. Попробую вытащить другого сейчас на капотке петлёр. Вытянем ее до конца. Нормально. Влево тащи ее. Перехлёст нельзя делать. Давай размотаем и нормально замотаем. Сейчас я перчатки возьму. Стой, стой! Так, сейчас. А, ручник слабо держит. Вылезли из-за чела.
А благодаря чему? А благодаря лебедке. Вот она, родимая, она спасла. Так что на будущее знаете, что лебедка — это вещь. И как она далеко размоталась. Я не думал, что так далеко ее хватит. Пришло время для последнего, самого сложного препятствия. Вот. Так, смотрите, что я собираюсь сделать. Во-первых, я собираюсь спуститься вот по этому крутому спуску. Вот. Постараюсь спуститься, не ударившись бампером. После того, как я уже спущусь, вот, я проеду по вот этому ручью, вот, залезу на горку. Затем постараюсь проехать вот по этому небольшому озеру и выехать вон туда, где стоит поджерик. Вот. Давайте попробуем. Рискованное мероприятие, конечно. Довольно значительное препятствие даже для подготовленной машины. Ну, поэтому я взял подготовленную машину, чтобы испытывать ее. Стрянет, не стрянет. Чуть-чуть влево, вправо. Да ты не очкуй. Да я 100 раз так делал. Все-таки я сделал это, фига себе, я там чуть не потонул, мне в моменте через капот даже начал вода начала заливать в обувое в моменте, блин, а что-то я слегка пересрал, и тут сразу бэм, заскочил так, короче, фу, бля, я аж вспотел, блин. Ну, когда я вот там спускался, я аж воткнулся мордой, так, бах, что-то там хряснуло в подвеске, ну, такая работа у этой машины, что поделаешь, блин. Да, нехило я пруд переехал под конец. Ну что, ребята, да думаю, на сегодня хватит.